Итак, всем доброе утро, друзья. Сегодня расскажем китайского происхождения. И сегодня мы будем кататься. Четвертое занятие у нас. Ну и покажу вам, что, как, чему, как заводится, как он заведется, как поедем мы уже. Оставайтесь с нами. Друзья, перед холодным запуском мы карбюратор ставим в положение наверх. Открываем краник бензина и будем пробовать его. Вот он начал цеплять уже. Можно отпустить заслонку вниз, open. Вот его цепляет уже. Дадим поработать ему. Да, завести его это стоит немножечко труда, но мы это сделаем. Мы сделаем без вырезания все, как оно есть, на живую. Стоял он 4 дня после работы. Может, бензин нормально? Нет, бензин есть. Немножко помучаясь, мы это сделали. Сейчас он немножечко прогреется, и мы начнем наше занятие. Почему стадион? Потому что здесь щебеночка мягенькая, даже сын еще не падал. Вот, но может упасть. Поэтому выбрал стадион. Пусть здесь учится. Ну, сейчас посмотрим, что с этого получилось. Подножку снять. Давай, дави газ. Давай. Не спеши. Не спеши, смотри вперед. Давай, молодец. Не спеши. Супер. Давай. Дави по чуть-чуть газ. Не спеши. Давай сам. О, буксанул, браво. Все, давай, поехали. Едем, едем. Возьми ручку газа, удобно. Едь, по чуть-чуть, не буксуй. Не буксуй. Молодец, молодец, давай. Зачем буксуешь? Это ошибка была, не буксуй. Мог упасть ты сейчас. Давай по чуть-чуть. Здесь скользко. Не... Стой, стой. Давай, нет. Тут вода. Поливали, видишь, воды много. Давай по прямой сам будешь ехать, только не газуй сильно, хорошо?
Давай, по чуть-чуть. Давай, понемножку. Понемножку. Давай, давай. Молодец. Сам, давай, сам, молодец. Давай. Дави газ, газ. Молодец, давай, сам. Сам, сам, сам. Сам, давай. Давай, я горжусь тобой. Дави газ. Газуй, газуй. Давай, давай, молодец. Вот таким образом проходят у нас учения. Может быть, что-то неправильно. Вот. Ну, поначалу мы выучили велосипед, торможение, езда на конусах. Вот. Равновесие держать. И потом мы пересели. Вот четвертое занятие у нас. Здесь немножко неудобно щебеночка для него. Ну, ничего. Так он понимает, как ведет себя мотоцикл. Да? Уши болят. Ничего, поехали. Давай, кружочек, давай. А ну, буксани чуть-чуть. Буксани. Молодец. Давай, сынок, давай. Давай, супер. Давай, давай. Вот так вот, уже его можно отпускать самому, чтобы он ездил по кругу. Я уже уверен в нем, что он едет сам, уверенно. Сейчас я вам расскажу. Бензин я лью 95 на литр, два колпачка масла разбавляю. Завелся он сейчас, я не знаю почему, но поначалу, когда он был новый, когда мало он ездил, его завести вообще было нереально. Сейчас он заводится вообще, вот видели, да, там 2-3 минуты и завел. Что скажешь? Хорошо себя чувствуешь? Устали руки у тебя? Да. Устаю, да? Пить хочешь? И громко он рычит, да? Да, громко. Поэтому немножко непривычно тебе, да? Да, немного. Да, ну хорошо, так. Давай, попей. У нас камера работает, заведем давай мотоцикл. Давай, супер, опа, красавчик, только не хулигань, езди нормально, а то мама накажет. Ну это же классное ощущение, когда твой ребенок научился на мотике кататься. Классно, смотрите, что делает, научился. Все, все, хватит, сына. А что заглушил? Я говорю, хватит буксовать. Заводится, видите, легко и просто. Бензин есть. Давай. Не спеши, давай, едь. Давай, давай. Молодец. Сейчас все начнут писать, там говорить за защиту головы, да? За шлем. Я не нашел здесь, у нас шлемы никакие не продаются. Детские. Есть взрослые, а куда ему взрослые? Взрослые некуда. Поэтому мы пока без шлема потихонечку так ездим. Катайся вот так сюда. По прямой езди, по прямой, не буксуй. По прямой езди, говорю, едь сюда.
Едь вот здесь вот. Зачем глушишь? Ты же показываешь зрителям, как надо кататься, а ты глушишь его. Ты свои ощущения какие-то скажешь? Тебе нравится? Да. А зачем наклейки снимаешь? Это чтобы дарить деткам, да? Ты разукрасил его? Вот так вот он смотрится. Мотоцикл еще разбрался за 160 евро. Кому будет интересно. Давайте сейчас папа прокатится. Никас, дашь прокатиться? Можно? Да. Спасибо. Весь бензин выкатал. Папе тоже за радость покататься. В общем, что я хочу сказать за китайский этот мотоцикл. Я видел один обзор, и один отец, да, купил своему ребенку оригинал, такой мотоцикл, за 2000 евро. Не знаю, так он сказал, 2000. Но они стоят в районе до 2000. Я считаю, что это глупая покупка, ребенку покупать за 2000 долларов такой мотоцикл. Так как этот мотоцикл мы взяли для развлечения и для того, чтобы ребенок научился, понимал, что такое мотоцикл. Все равно в будущем все маленькие мальчики вырастают и хотят какой-то мотоцикл, мопед сначала, мотик, сам по себе знаю. Поэтому у кого есть возможность, выезжайте раз в недельку, учите своего ребенка. Я думаю, что это наука ему потом пригодится. Кому понравилось, ставьте лайки. Что скажешь, сын? Покупать мотоцикл? Всем покупайте, да? Всем покупайте, пап. Всем пока.